Всем привет, ребят, новинки хайпер-попа. Слушаем, сегодня хочу спать космонавта, нет, аэродроп. 17 Сквор, получается, что там, спать, да? И дай бы, и тендер либо е антикобылы. Я не знаю, что это, буду первый раз слушать. Давайте, в принципе, да, слушать. Начнем с Сквор и 17. Интересно, что они сделают. Сниппет я не слышал. С вас лайк, комментарий, подписка на канал. Делаем быстро, делаем быстро. Вот если сейчас ты не зашел и не поставил лайк, то я на тебя очень сильно обижусь. Надеюсь, мы друг друга услышали. Спасибо. Я не хочу спать, 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 спать. Ничего, интересный трек, интересный вайб, это как, знаете, это как Сквор и Риза. Плачь, сука, плачь, что-то такое, ну, типа, ну, альтернатива какая-то такая была, то есть, на вот этот трек спать, ну, так, неплохо, вайбово. Я, ну, в принципе, мне и Сквор, и 17 понравились, то есть, не могу кого-то прям выделить особо, но если прям, не, на самом деле, нет. Они прям здесь на уровне, то есть наравне, то есть. И у Сквора там 100%, и у 17 100%. Хороший трек, 10-10, реально, годно. Можно слушать, вот, серьезно. Можно гонять, можно добавлять и слушать. Так, хочу спать, кстати. От «Хочу спать» очень ничего не было давно. Последний трек мы слушали снова, когда он был еще выпущен. Я не помню, уже давно очень. И космонавтов нет, я не знаю, что это такое, ну, типа, кто это, но давайте глянем, потому что я здесь хочу спать, окей. Я забыл сказать, что сегодня еще альбом у Эмпи вышел. Поэтому Эмпи тоже будут слушать альбом сегодня, потому что там фиты есть интересные, Фейт, там Никита Соль, я видел что-то фиты, ну и так далее.
самом деле немного сыро, на самом деле очень сыро почему-то. А, не хватает энергетики, какого-то вайба, да, то есть там мощности какой-то, я не знаю. Ну, может, это так было и рассчитано, да, сделано, но «Хочу спать» мне здесь, в принципе, понравился, а вот «Космонавтов» нет, что-то, ну, 50-50, 50 на 50, на самом деле, то есть «Хочу спать» мне нравится, типа, особенно его трек «Снова», и «Половая связь» нравится, мы от него еще будем слушать два альбома, это «Седатив», что-то там, да, и «Сонное царство», «Сонное царство». Ну, как бы я этот трек себе, если честно, не добавлю, потому что я не очень люблю такие песни, на самом деле, где нет энергетики, ну, как бы, которые, ну, раз послушать, два послушать, и все. То есть мне как бы вот так вот. Это мои ощущения, мои, как бы, мысли, не знаю, что вы думаете, ну, и как бы, ну, и как-то так. Так. Кто у нас там дальше остался? Дайби и Тердалибае. Антикобыла. Погнали. Тендерлибае. Это вот эта, которая девушка с этим... С маской, да? Типа у нее там что-то с носом, да, проблемы вроде. Ну, я не знаю, типа... Ой. Ой, это не то. Я больше не на блоге, я больше не хапаю. Больше не кобыла, ты просто моя мала. На самом деле, вот этот трек очень офигенный, и мне он сегодня, наверное, больше всех меня, наверное, трек сегодня удивил, на самом деле. Очень мелодичная девушка вот эта вот, и парень Дайби, да, то есть очень мелодичный, классный трек у них получился. Умеют петь, есть голос, и есть к чему стремиться, да, как бы. Так все классно, и вайбово, и слушать можно, то есть и добавить день слушать там на репите, да, либо в плейлисте гонять, это, ну, без проблем вообще, то есть этот трек хороший, он, типа, впишется хорошо там в плейлисте, да, то есть молодцы. В общем, 10 из 10 поставлю, как-то так. Меня сегодня только, на самом деле, не удивили, это только «Хочу спать» с «Космонавтом». Нет, меня не удивили, остальные песни, вот эти две, которые мы слушали с Клора, с Валентиной, вот это Дайби и Тендерлибае, меня удивили. Вот эти песни все добавлю. Хорошие песни.
Ну, блин, Ганушки Фэмли, пишите свое мнение в комментариях, будет интересно почитать. Подписывайтесь на канал, на Инстаграм, на ВК. Все делайте, не забывайте. Пока всем.